Обойти Вольфсбург. Все в руках команды Кристиана Тица прямо сейчас. Просто надо самим обыграть. На выезде в Айнтрахт и обойти Вольфсбург. Марио Гёнце поле покидает. Вместо него Андрей Ермоленко. Есть 17 минут у украинского полузащитника, чтобы себя проявить. Но если даже Гамбург, Андрей Ермоленко должен добавить креатива. Атакам Боруссии последние минуты матча. Нужно искать какие-то оригинальные ходы и даже наличие Марко Ройса и Марио Гёнце сегодня недостаточно, мы видим. Пищек, Ермоленко. Рядом с ним Диало. Ермоленко. Ермоленко, в принципе, может издали пробить сам, но не дают. Не дают здесь удар нанести, пространство нет. В последнее время Дортмунд очков не теряет. Вот заброс на Ройса. Прострел. Забивать нужно. Не успел Ермоленко. Пару шагов не хватило полузащитнику Майнца. Омы эту защиту не взломать. Нужно из последних сил Боруссии все-таки включить скорости. Так и будут катать мяч в центральном круге. Очень странно, конечно. Ермоленко. Один в один он обыграть может. И с места уйти может. Вот здесь, смотрите-ка, чуть было не вышел победителем из сложнейшего положения. Мяч теперь у Майнца. Под удар передача. Шмельцер. А кто здесь? А где Ермоленко? А он штрафной. Прошу прощения. Да, не поняли здесь игроки Боруссии друг друга. Поздно схватился за лицо Ермоленко, когда понял уже, что мяч не вернуть. Ну, с 2004 года точно не выиграл Майнц здесь в Дортмунде. Что эта встреча. Шмельцер, Санчо. И вот она подача. И вот он, Ермоленко. Но мяч через украинца перелетел. Который сохраняет теоретические шансы на попадание в четверку. Теоретически, повторюсь. Санчо. Понятно, бить головой здесь неудобно, зато скидка прошла. И вот он удар в рот. Но Флориан Мюллер. Ну а что там Гамбург у нас? Гамбург. Хотел второй гол от Айнтрахта. Да, в последнем туре все станет окончательно ясно. Гладбах выигрывает. Интереснейшая концовка, интереснейший последний тур нас ждет. Ермоленко участвует в борьбе в защите в своей штрафной площади. У него силы есть еще, не так давно на поле вышел. Да, но не хотелось бы бороться. Последний домашний матч вот так вот. Даже позорная от Баварии 0-6. В общем, сезон не самый удачный для Боруссии. Но главное, в любом случае, решить задачу. И в следующем сезоне уже обнаружить себя в Лиге чемпионов. Де Бласис. Ермоленко.
не самый активный на последних минутах на поле у Боруссии. Бразилец только прозвучал, нет. Ну вот-вот мы его услышим. И все. И Майнц остается в Бундеслиге. Майнц одерживает историческую для себя победу в Дортмунде над Боруссией. Дортмундцы проиграли у себя на поле. Но и по-прежнему, да, по-прежнему не гарантировали себе участие в Лиге Чемпионов. В следующем сезоне, но опять же, как там Байер играет, да, была ничья, по-прежнему ничья. Байер таким образом наберет 52 очка, у Боруссии 55, у Хоффенхайма.